Первый день уже был очень насыщенный, интересный. Познакомились с большим количеством людей, увидели так Москву, пока еще не подробно, обзорно. Ну, нас познакомили с программой мероприятий, узнали об организациях, о том, чем они занимаются. Но самое главное, мы познакомились с большим количеством людей из самых разных стран. Начали налаживать контакт. Мы остаемся в Москве, на протяжении месяца мы здесь будем. Завтра у нас будет культурная программа, будут экскурсии по Москве, а уже с понедельника начинается образовательная программа. И, наверное, это самое важное. Хочется познакомиться с опытом передовым, хочется познакомиться с современными методиками преподавания русского языка, проникнуться атмосферой Института Пушкина, познакомиться с преподавателями, которые будут нас курировать и вести. Ну, основные ожидания, наверное, от научной программы. Хочется уже поскорее окунуться в это все.